8 октября для учащихся школ города был проведен городской легкоатлетический кросс «Золотая осень-2014». Кросс городской легкоатлетический «Золотая осень-2014». Он традиционный, и дети привлекаются для этого кросса, чтобы выявить лучших, сильнейших спортсменов для отбора в сборную команду города, чтобы поехать на областные соревнования по легкоатлетическому кроссу. В этом году, чтобы посоревноваться в беге на поляну в деревню Генина, пришли 243 ученика. Соревнования проводились среди девочек и мальчиков. Забеги совершались на дистанции 500 метров, 1,2 километра. На этом турнире я уже не первый год. Мне нравится заниматься спортом, потому что это помогает здоровью, выносливости. И в будущем очень поможет мне. Было тяжело бегать. Вот здесь, когда с горки спускаешься, ну, сперва легко становится, а потом, когда начинаешь в горку сюда подниматься, очень тяжело, потому что сюда все силы выложил. Хочу поучаствовать еще и на следующий год. В трех возрастных группах были определены победители. Ими стали в возрасте 2002 года и моложе среди девочек Анастасия Полторак, ученица школы номер 1. Среди мальчиков Матвей Веселов, ученик школы номер 3. В возрастной группе с 2000 по 2001 год рождения победу одержали обучающиеся школы номер 3 Ангелина Белякова и Кирилл Чепенко. В возрастной группе 1999 года рождения абсолютной победительницей стала Екатерина Федосеева, обучающаяся школы номер 2. Каждый год участвую, побеждаю обычно, всегда хожу в спортивную школу, занимаюсь лыжными гонками уже 7 лет, вот, и участвую в соревнованиях.